вот мы сейчас едем, по нам стреляют, мы пытаемся убежать, уехать. Господи, помилуй нас. Это страшно. Получается, да, по нашей, да, по нашей колонии. Ну, мы не боимся. Как я говорю, страшно, конечно, по-человечески. Ну, знаю, что все в руках Божьих. Вот. Если выживем, значит, увидите это в эфире. Если нет, то зачем больше говорить?